Если честно, да, сегодня очень хорошая волевая, да, победа. С первой до последней минуты вы верили, да, в то, что мы сможем выиграть. Вы создавали моменты, дотерпели, в овертайме сыграли, контролировали шайбу 4-3. Угрожали. Ну и молодчики, да, то, что ежик, башка, молодчики с яйцами все решили. Но короткая память, парни, да, это крайняя игра регулярного чемпионата. У нас сейчас плей-офф. Это вот по вот эти эмоции, которые у вас сегодня были, они должны перенестись на игры плей-офф. Не выхлёстывайте сейчас ничего, да, все сконцентрируйтесь, соберитесь, да, будем праздновать попозже. Все, давайте, молочка. А, мужики, шляпа сегодня, я думаю, все согласятся, что она индивидуально идет, никому не идет, вся шляпа достается команде. Индивидуальность не имеет значения. Она для всех.